Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня выбрался на природу, что-то мне захотелось побомбить очень много пиротехники, поэтому сегодня взял, смотрите, сколько петард, намного взрывов с эффектами. Будет очень круто, поэтому давайте приступим к бомбежке. Ребят, будем бомбить все, что есть. Так, ставим штатив. Вот. Буду где-то примерно сюда бросать. Будете смотреть. Супер взрывы. Так, ну что, погнали. Так, берем в карман первые петарды и поехали. Так. Так, сейчас возьму другую зажигалку, а то что-то это не горит, тормозит нас. Так, ну что, продолжим. Так, давайте дымовушек несколько бросим. Да ё-моё. Что-то и это тоже не горит. Сейчас. Так, ребята, продолжаем видос, только немножко в другом месте и в другой день, потому что что-то вырубилась камера и пришлось прекратить съемки. Ребят, переместились мы сюда. На нашу любимую полянку. Что ж, смотрите, принес все петарды, которые были. Так, давайте, пожалуй, сделаем для начала связку. Вот, из этих мелочушек. Посмотрим, как они взрываются в связке. Так, вот. Смотрите, есть еще такие. Можно тоже связку сейчас будет сделать с длинных. А потом Corsair 4 побахаем. Так. Что-то я не заметил, что разрядилась камера и... Как раз только начал видос, и она вырубилась. Печальненько, но, ребят, видосик не закончился. Сейчас мы продолжим. Вот. Пишите, кстати, какие вам нравятся видео. Буду чаще снимать для вас. Так, вот сделал солнышко. Ну что, погнали. Отлично так побомбили. Все разнесло. Так, давайте теперь вот эти пятивзрывочки попробуем, как они повзрываются. Так, смотрите, есть вот такие. Вот. Поехали. Есть контакт. Так, что у нас еще есть? Розочки. Давайте побросаем несколько. И сразу дымовушку. Дымовушку в первую очередь. Так, вижу, здесь розочки не стоит бросать, потому что они не хотят крутиться. Ладно, тогда мы их вообще уберем. Есть вот такие вот мячики. Во, очень классные. Думаю, они будут срабатывать лучше. Так, вот так вот.
этот как салют раскрылся, видели? Очень классно получилось. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас из Корсара 4 есть. Вот какие хочешь есть. Разные. Смотрите. Давайте их повзрываем. Есть. Может, давайте сделаю камеру повыше и буду бросать. Вот так вот. Поставили. Так. Ну что, давайте тестить. Так, забросим. Давайте дымный и вот такой с треском будет двойное. Есть двойной взрыв. Так, еще давайте теперь вот такой закинем. Ничего-то этот какой-то пустой. Не будем его брать. Давайте вот два красных. Розовый и красный. Так, и остался у нас на два взрыва и вот такой со свистом. Круто рванул. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Смотрите, есть пачка вот таких вот жуков. Их тоже можно побросать. Так. Как бы только взять все. Давайте. Так, и еще три. Так, сложил камеру, чтобы лучше было. Давайте теперь затестим. Так, еще дымовушки есть. Так, нет, дымовушки мы уже тестили. Давайте вот пулеметную ленту. Так, что у нас, стробоскопчики такие. Можно два затестить, положить. Вот так. Тут будет у нас дымовуха. Вот, а здесь стробоскопчики. Вот, так. С чего первого? Давайте. Есть. Так. Ну что, давайте закинем. Вот таких у нас две петарды есть. Больших и мощных. Так, что можно подорвать? Такого интересного. Давайте вот здесь мох есть. Думаю, он разлетится вообще просто по-зверски. Так, внедряем.
сюда. Так. Берем зажигалку. Давайте еще вот так даже накроем, чтобы круче эффект был. Погнали. Капец, вот это дрянь. Смотрите. Как рука целая. Так, берем К-999. Давайте ее, короче, попробуем внедрить поглубже в землю и посмотреть, какой будет взрыв. Блин, не получается, короче, только вот так и присыпать. Но взрыв должен быть покруче. Так, есть. Ну что, погнали. Ты шо, вот это бомбануло. Дыра, конечно, вдвое увеличилась. Ну что, такая мощная петарда. Жесть. Вот, в общем, так вот повзрывали сегодня. Если кому понравились такие просто взрывы, пишите, будем еще что-то взрывать. В принципе, каких-то других петард и побольше, помощнее. Будем тоже бахать, поскольку осталась мелочевочка. Хотелось бы ее тоже затестить. Вот, повзрывали немножко. И будем что-то еще тестить, поэтому, ребят, подписывайтесь, видосы каждый день выходят, не будете скучать, обязательно что-то новое выйдет, посмотрите, интересное со взрывами, будет очень круто. Поэтому подписывайтесь, все подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании, на втором канале выходят также классные видео с петардами, как и здесь, очень интересные, поэтому рекомендую подписаться, чтобы не пропустить классные видео. Не забывайте смотреть здесь 4 видео, или просто открывайте вкладку «Все видео» и смотрите. Там очень много крутых роликов, интересных, которые вы, может быть, еще не видели. С вами был ТНТ Фокс. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч.